Сага Андерсон, я буду вести это дело. А моего напарника вы уже знаете, это Алекс Кейси. Ой, виноват. Простите, мам. Я помощник Маллиган. Понимаете, я просто думал, что... Когда эти гребаные федералы уже объявятся, Маллиган? Федеральный агент уже здесь, Торнтон. Мой напарник Торнтон на месте преступления. Он у нас не очень сообразительный, знаете. Уже здесь? В каком смысле? Они с тобой? Ух, черт! Они же меня не слышали! Мы полагаем, что некоторые органы находятся вне жертвы. Хотя должны быть, ну, должны внутри быть. Пока они добрались до места преступления, есть возможность оценить известные факты. Убедиться в ясности происходящего. Как погляжу, ты вся в работе, Андерсон. Почти раскрыла дело? Мы только начали. Давай спустимся к месту преступления. Слушай, Кейси, ты сделал меня главной. Почему сейчас? Слушай, Андерсон, детектив из тебя куда лучше меня. Ты раскрывала дела, которые ставили других в тупик. Зачем же мне тебя тормозить? На пенсию собрался? Забыл, что случается с копами, стоит им сказать, что дело последнее. Угу. Очень смешно. Грёбаная природа. Голова разболелась. Слишком просторно. Не худшее место для смерти. Хм. Только если тянет назад к природе. Ну вот. Нужно было взять зонтик. А я люблю дождь. Хоть одно напоминание о доме. Как думаешь, копам хватило ума натянуть брезент? Хм, если хватит, с меня кофе. Помощник Торнтон, полагаю. Да, я к вашим услугам. Давайте раскроем это дело. Тело за магазином. Пойдемте, я покажу. Что? ФБР, да? Это так круто! Охотитесь на поехавших серийных убийц, перестреливаетесь с мафией. Вы забыли про сокрытие НЛО. Что? Вы серьезно? Вакансии есть? Торнтон, он шутит. Может, просто осмотрим тело? Вот место преступления. Мы нашли тело на столе, ничего не трогали. Ну, знаете, правила и все такое. О, да, я знаю. Его звали Найтингейл, агент ФБР. Приезжал к нам 13 лет назад. С тех пор не слыхал о нем. Ну, до сих пор. Найтингейл? Роберт Найтингейл? О, да, вы верно были знакомы. Братья по оружию. Ой, и сестры. А ну, в таком виде я его даже не узнал, но да, мы виделись пару раз в Квантика. Общих дел у нас не было. Он практически слетел с катушек, когда его напарника убили во время задания. Вскоре его уволили. Так что случилось с Найтингейлом после увольнения из бюро? Я знаю только слухи. Из-за депрессии он начал пить, а выпивка сделала его параноиком. Начал выдумывать всякий бред и гнаться за призраками прошлого, а потом исчез с радаров. Видимо, он забрел сюда. Не все так просто в этой истории. Убийца оставил сердце рядом с телом. На запястьях синяки от погрузочных ремней. Колота резаная рана. Грудь вскрыта, сердце удалено. Сердце вынуто из груди, запястья связаны ремнями. Почерк совпадает с другими убийствами, но на этот раз убийца оставил и ремни, и сердце. Уже больше улик. С учетом этого мы знаем уже о 4 убийствах. Кто жертва? Кто убийца? Нужно больше улик. Здесь побывало несколько человек. Несколько убийц? Чтобы попасть в Парламент Тауэр, мне нужно было найти место убийства. Зейн мог с этим помочь.
В запутанном лабиринте кровавых следов, которые вели меня к культу, мне повстречался режиссер Томас Зейн, загадочный богемец с безумной тягой к насилию во имя какой-то оккультной чепухи. Можущий контролировать своих произведений. Чем не предводитель культа? Может быть, Зейн всего лишь еще одно прозвище Скрипа? Ходили слухи, будто Уэйк и Зейн вместе над чем-то работали. Я собирался вытянуть правду из Зейна, чего бы мне это ни стоило. Комната Зейна 665 была наверху. Туда вел лифт.